Последний настоятель церкви Рождества Христова в селе Рождественно-Русского района Московской области Емельян Гончаров был арестован, осужден и расстрелян 75 лет назад. Храм умер вместе со своим священником, а смертельная тишина изредка нарушалась то разрывами снарядов, то смешками молочниц с бидонами, то шорохом осыпающихся стен. 5 лет назад все изменилось. Очень медленно, но неуклонно храм, трудами простых русских людей, стал возрождаться из небытия. Еще не скоро зазвонят здесь колокола, но первые литургии уже прошли. 3/4 века молчания закончились. Всему этому предшествовала серьезная работа. Был сделан настил в алтарной, сооружен небольшой иконостас, капитально отреставрированы арочные перекрытия. Сегодняшняя литургия не совсем обычная. Храму в эти дни исполняется 150 лет. Священники отец Константин и отец Геннадий возглавили крестный ход к источнику, посвященный пророку Божьему Илии. Пресвятая Богородица, спаси нас! Господу помолимся, Отце мы воси! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Тебе, Боже, на славу Тебе! Слава Тебе, Боже, на славу Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! И святи молите Бога нас! Сыну и Святому Духу. Молите Бога за все святые. Молите Бога за все святые. Молю сердце, Бог берегает. Будем помощником и молитвенником наша. Господу помолимся, рецем мы все. Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, рецем мы все. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая
и Бога. Господу помолимся, Отце мы воси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, Отце мы воси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся. Отце мы воси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава тебе, Боже, на слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С школьным праздником Евгения Рога и с юбилеем у нас храм был построен в 1862 году, то есть 150 лет назад. Поэтому у нас сегодня празднуем юбилей нашего храма. И давайте будем стараться, чтобы храм становился все лучше и лучше. Да? Огромная благодарность тем, кто принимает участие в восстановлении храма. Сейчас утром вечером работает. Проходя мимо храма, даже если мы даже разрушены, мы мимо крестов, мы не должны проходить мимо, мы должны осенить себя силой Божьей, потому что сам апостол Павел говорит в своей жизни, что ибо слово погибает, ибо слово крестили погибающие скорости, но для нас посадили сила Божия. Осенив себя силой Божией, мы ограждаемся от всех народов, которые нашли. И, естественно, этим спасаемся. С праздником все вас, дорогие друзья. Спасибо Господи, что пригласили меня на встречу. Я готов принять в этом. Спасибо. По окончании литургии гости были приглашены на праздничную трапезу с шашлыком, овощами и компотом с пирожками на десерт. А для чаепития был накрыт специальный стол в бытовке. После трапезы случилось небольшое чудо. Среди гостей оказались музыканты группы «Комплекс полноценности». Ребята, отыграв небольшой концерт, достойно завершили праздник. Теплому солнцу я поклонюсь и в тихой молитве простаюсь. Бога милого я попрошу на грешной земле. Терпение кто терпит, веры кто ждет. Тогда и любовь скорее найдет. Добро сохранить поток судьбы, чтоб память оставить здесь и себе.